Доброе утро, Краков. Мы в Кракове. Все, класс, поспали ночь. Снова показываю наш отельчик. Вот, сейчас пойдем на завтрак. Наташа берет кофту, я ей говорила. Привет. Всем привет, всем доброе утро. Сейчас пойдем, наверное, пешком пойдем, так интересней. Вообще, какие же красивые такие лестницы. Какой старый дом и необычный отель. Нет того, что мы привыкли видеть в Эмиратах. Такая зелень. Ну, зелень, правда, в Абу-Даби тоже есть. Все, народ, сейчас идем на завтрак. Покажем, чем кормят в этом прекрасном отеле Portal House Apartment. Покажем вам отель обязательно, каких-то из наших серий. Как он выглядит снаружи. Внутри уже показали, долго мы его выбирали, остановились на нем, потому что он в центре. И потому что отзывы просто очень классные на Букинге. Вот. Так что спускаемся вниз по прекрасным ступенечкам. Идем на завтрак. Ага, это первый этаж. Так. Как Наташа говорит, уже пахнет едой. Кстати, если вы заметили, мы без масок. В Польше маски отменили. Правда, говорят, случаи вируса снова появились. Ну, блин, так задолбывает маска ходить. О, Наташа, там вижу, там уже стоят какие-то эти. Все? Там стоят какие-то уже блюда. Точнее, что-то стоит. Давай, ты первая, а я с тобой иду. Добрый ранок. Добрый ранок. О, вот завтрак, давайте посмотрим. Ну, вот есть, что у нас здесь есть. Ветчина, да? Сыр есть. Интересно, отмечаться нужно, кстати? Да. Не надо отмечаться. О, смотрите, кстати. Даже круто. Даже Наташины любимые вяленые помидоры. А это оливьешечка. Йогуртики. Всякие салаты. Добрый ранок. Наташи. 7.2. Эта девочка подошла, спросила на чистом польском, я не поняла, конечно. Не да, что тогда не проснулась еще, и голова чуть-чуть болит, если честно, после перелета. Спросила про яичницу. Сделать ли вам яичницу, там какую, будете ли сосиски. Вот дальше вам покажу сейчас, что обрадовало Наташу. Кофемашина. Потому что не во всех отелях в Эмиратах есть натуральный вкусный кофе. Вот в Геворе, в самом высоком отеле в мире, ее не было. Вот чайки такие прикольные. Ахмат. Ну, наш любимый English breakfast здесь вот первый. Ой, с корицей, с этой. Никогда такого не видела. Блюбери с корицей. Дома. Так, сачки. Манго. Это, наверное, такой, как infusion. Какой-то лимонад такой. Здоровый, прекрасный. Это, наверное, яблоко. Это, наверное, апельсин. Чашки очень прикольные какие-то. Такие угловые чашки. Ой, и вот красиво. Есть также молоко и мюсли. Все разложено, все правильно. Вот такой европейский завтрак, в принципе, как бы, ну, класс. Ничего другого мы не ожидали. Это не Мариот, где куча блюд. Кстати, люди уже ушли. Сидели два мужчины. Надеюсь, что они ушли не потому, что мы стали снимать, а потому что действительно они... Не... Да. Давай, что давай. О, вот, кстати, этот дом виден с нашего окна. Красивый. Я это признаюсь, я не то, что я подглядывала, я выглянула в окно вот там на втором этаже. Угу. Какая там квартира, натуральный паркет, такой ковер красивый, знаешь, вижу, старый. Темно-зеленый, как бархатный этот диванчик. И парень такой ходит. Занавески такие легкие, связанные, это белые висят. Ой, не знаю, такой уют какой-то. И при этом принтер стоит там на подоконнике, там еще что-то. Так, что я возьму? Оливьюшку. Ну, оливьюшку я тоже сейчас поела, конечно. Сейчас всего наберем. Всего. О, смотри, мы еще здесь не показали. Арбуз. Вот это, правда, действительно круто. Вот арбуза хочется, дынька. Ой, какие! Ой, какие пироженки. Это же вот эти вот такие, как это... Пирог. С лишним пирог. Хлебчик. А вот очень смотри, прекрасно. Значит, что это? Что это такое? Джем. Это джем. Джем. И маслица, наверное. Ну, прикольно. А, нет, это. А это что? Еще вот это масло, оно чувствуется. Вот да?
Ага, и вот еще можно... Нет, нектар, это мед. Медик. Прикольно, медик нужно будет взять, потому что когда салфеточки, бывает голова кружится... Санитайзер это... Санитайзер все есть, ну прекрасно. Народ, ну пишите в комментах, взяли ли вы оливьешку? Вот 100% вы взяли. Ну, она такая, смотри, тут с кукурузой, посмотрим. Ну, вообще отлично, все сейчас наберем и точно покажем вам. Так, я сейчас руки тут пронесу. Пока Наташа выбирает кофе, хочет сделать, покажу вам, что мы взяли. Это моя тарелка, это Наташа. Но обычно не отличается сейчас, вот я думаю. Оливьешки, это такие очень много мяса, конечно же. Сырок, огурчики. Ну, Наташа такая же, только там у нее вяленые помидорчики, все остальное. Ой, а представляю, как это будет вкусно. Просто как же мы соскучились за таким вот таким выбором колбасы и за оливьешкой. Да? Так, Наташа, капучино хочешь? Я, наверное, сразу эспрессо выпью. О, все работает, все работает. А совсем забыла, что мы заказали яичницу. И вот у меня одна сосиска, у Наташи две. А видишь, ты просила перевернуть, и ничего? Или... Ну, не, ничего, а нормально, отлично. Вот сок, вода. Так, еще эспрессо. Да, сейчас Наташа мне эспрессо сделает. Надеюсь, у меня шум в голове уйдет после двухдневного путешествия, после перелетов. И все будет очень даже вкусненько. Всем приятного аппетита. Так, народ, приступаю к оливьешке, расскажу вам, как... Вкусно? Оливье. Серьезно? С мяском или с чем? Мяско пока не знаю, что такое. Чувствуется очень свежий лук, хотя лук не люблю, но вкусно. Ага. Знаешь, вот такая вот свежесть такая, когда ты близко к дому, так ты вдохнул и свежий лучок. Колбаски. Класс. Я тут тоже сейчас подточу колбаску. Да, просто. Мне даже такое мне интересно. Даша думала, что хлебчик, ничего. Наверное, паштет. Чего бы он был в мясе. Угу. Закадровое жевание. Да. Это ну, что вот здесь это. Может быть невкусно, да? Так тут еще сыр вот этот вот с плесенью. Дерблю. Сыр дерблю я не взяла. А я люблю, мне нравится. А вот который белый не очень я люблю. Камамбер, по-моему. Ой, как тут уютненько. Как скажи, вдвоем сказали, как уютно. Вот реально, как уютно. Для детей вон стульчик есть. Все цивильно. Между прочим, я думала, гвоздики стоят. Думала, искусственные. Нет, пахнут, натуральные. Это кукуруза? Очень красиво. Классно, да? Угу. И там еще что-то, прикольно. Ты знаешь, что-то такое тонкое было. Я заметила, вот, а что это, я не поняла. Может, сырок тонко порезан, я не знаю. Еще и сыр, но это вообще тонкого что-то. Ничего не вижу. Расковыряем оливье. А может, ты разрешишь мне тоже покушать? Да, давайте, потом покажем, что у нас сладкое взяли. Нам тоже приятного. Приятного. Ну, под ингредиентом... Наташа появилось мнение про оливье, причем она пошла, взяла еще. Тут не мясное, мясо немае. Но тут какой-то такой вкус. То ли это горох что-то, я не знаю, из-за чего-то идет очень вкусный какой-то майонез. Это из-за майонеза. Специальный майонез? Не знаю, просто он ароматный. Он какой-то вот другой вкусно. В общем, да смотрите на мою тарелку. Я просто уже уничтожаю. Это прошло где-то минуты две. Я еще взяла что-то из пророщи, я не знаю. Ну ты любишь такое, причем в Эмиратах, по-моему, что дорого стоит, да? Ну отлично вообще. Прекрасно. Ну что, друзья, взяли, конечно, себе пирог. Сейчас попробуем с чем. У меня white кофе, белое кофе. Эспрессо уже выпила. Наташа арбузик еще. Соскучилась, да. Наташа пошла еще мясо добрала себе. Смотрите, тарелки просто чистые, пустые. Все так вкусно, я передать не могу. Это просто обалдеть. Да, так. Люди уже пришли немножко. Вот. Сзади нас аж одна пара сидит. Но вообще, конечно, какое-то такое волшебное место. Не знаю, не могу. Так и называется передать. Портал. Портал просто вот хорошее настроение. Так, друзья, смотрите, попробовала я оба пирога, оба вкусные, оба с вишней. Просто да? Здесь тесто такое, как это сказать, я не знаю, как вот белое тесто, а здесь тесто, как оно, как шоколадное. То есть вот кушаю здесь оно, ну как вот обычный бисквит, да? А здесь бисквит шоколадный тоже очень вкусный. Я даже не могу никому преимущество отдать. Тут оба бисквита очень вкусные.
И белое кофе тоже очень вкусное. У нас в Ильяне, ну, 25 дирхам стоит белое кофе. Пей, пей. Да, побольше попить. Ну и медика взяли с собой. Просто очень удобно, когда бывает такое, ну, истощение сил. Голова закружилась, открыл там. Все-таки поздоровее, чем сахар, хотя калории тоже есть. Все, народ, Краков, отель Портал очень нравится, рекомендую. Смотрите все наши видео, скоро пойдем гулять и посмотрим на прекрасный, великолепный Краков. Все, всем пока.